Всем привет, друзья! С вами канал ProGamer Television. Меня зовут Ревенант. Мы с вами продолжаем проходить Brutal Heretic RPG. И у нас с вами шестая карта четвертого эпизода под названием Halls of the Apostate. Залы отступников. Что, погнали. А вот этого у нас мало. Это надо поберечь. Давайте, что тут? Ёкарный бабай. Здрасте, приехали, блядь. Как меня тепло-то встречают, а? Вообще тепло. А, мне броню раздавило. Целых 5 брони, твою ж налево. Гадкие текстуры. Пошли вы все. Херать они прыгают, ребят, вы чё, блядь? О, вы чё? Вам тут, блядь, не батут, давайте. Это как тут самое, я не знаю. Держите себя в рамках, а? Вообще оттас. Пошел ты, придурочный. Так, это не поднимается. Иди сюда, ладно, так и быть. И тобой займусь, придурок. Кто-то все... Ух ты, нихера себе, твою мать. Пошел ты. Вот так. Блять, это было больно. Я надеюсь, он сдох. Окончательно и бесповоротно. Ты хера сдавал. А теперь да. Это дерьмо скоро пропадет, а? Вот оно мне мешается вообще не по-детски. Нам придется извращаться. Как-то вот так вот. Ну давай уже! Да давай! Ну наконец-то. Я наконец могу вами идиотами заняться. Вплотную, блядь. На, блядь, в воздухе, как тарелочку сраную. А, с тобой не получилось. Жалость-то какая. Так, давайте вот с этим побегаем. Это тут вообще навалом. Так, я лучше сохранюсь. Не хочу делать шаги в неизвестность. Будем иметь стратегические пути отхода. Умри, Ирод. Так, а это мост или нет? У меня вопрос. Какой-нибудь невидимый, по-любому. Да вот хрена с два. Идиотство. Тогда что мне делать? А-а-а. Все, я все понял. Я дурак. Все оказалось очень просто. Чего? Что тут происходит? Твою мать! Суки, жрите еще, блядь. Твари. Ну что, все наелись, уроды. И что, и никакого секрета? Совсем-совсем? Ну ладно, допустим. Так, ну ключ есть, хорошо. А теперь это что? А это что? Бляха-муха. Опять ты. Ой, аккуратно. А, ты все, ты помер, хорошо. А как теперь меня отсюда уйти-то, господа? Может, вот отсюда? Отлично. Сейф побежали. Блин, да сколько вас на этом уровне, а? Вы меня прям на... Бесить начинаете, господа. Железная башка, блядь. Тихо. Ух ты, говно. Летущее, блядь. Ты посмотри на него. Гадость какая противная. Слышишь ты, не попутал ничего, парень. А ты тоже что-то попутал? Я сейчас быстро ваше место покажу. Гоблины, блядь, летучие. Стоит ли это того? Нет, это того не стоит. Может быть, потом. Что? Где? Ага, я тебя вижу. Ну как я тебя вижу? Ты меня видишь, а я тебя мысленно вижу.
тут что-то... Да, тут что-то есть, явно. И туда как-то можно попасть. Твою мать. А! Аккуратно. Тут мало места. И не увернешься. Блин, я все что-то делаю. Что я делаю? Хер его знает. Так, ну допустим. Есть ключ. Теперь я предпочту отсюда выйти. Ясно, понятно. Тут что-то есть. А как туда попасть? А может быть как раз через портал? Опа, стоять. Ёб твою мать. Слушайте, хватит мне с меня ваших сюрпризов, вы мне уже надоели. Это что-то есть? Это что-то есть. Аккуратно. Вон там вас сколько, бля. Ну, давайте сюда. На тебе, придурок. Так, неудобно. Неудобно с вами тут. А я тут еще залезу. И тут такой же идиот. Так, все-таки мне стало любопытно, что в том портале. А вдруг секрет, как говорится. Давайте проверим. Опа! Хер с два. А как, кстати, к той головешке попасть? Я тоже хочу. Но это явно не через телепорт. О, кольцо. Это мы возьмем. Так уж и быть. Летучка, наверное, нужна, а у меня ее. А у меня ее нет. Гадство. Ну ладно. Значит, может быть, потом найдем. А пока. А пока, пока, пока. Вот нам куда надо. Зеленая дверь. Сезам, откройся. Пойдем по порядку. Здравствуйте. Блять, откройте дверь, нахер. Не надо мне тут забирать этот зверинца ебучего. Пошли все нахрен. О, как. Не-не-не-не-не. А, вот так нормально. Ебать! Ебать! Уроды. Смотри, тоже прогрессировать умеют. Козлы. Это все? Я надеюсь. Тогда полезем сюда. А, бля! Всех покромсаю! Патрона не жалко. Вот так вот это делается. Синий ключ. Ну давай. Ебаляха ты мух. Твою мать. Я тут всякого говна летаю, да? Пошли вы все нахрен, уроды. Слушай, хорош там же с собой разборки устраиваешь. Моя обязанность вас убивать. Придурок. Баночку можно скушать? Мне полезет? Да, мне полезет. Так, давайте скушать. Все по полной. А, вон оно как. Теперь это сам лифт самообслуживания. Ну давай, лифт. Сколько вас там? А вас там до хрена. Ебать. Ну тут надо радикально все делать. Твою мать. Охереть. Да пошел ты. Ебать, вот вас там прыгает, а? И вот он. Отлично, откинулся. Ты последний. Нихера.
Слушай, мне бы так прыгать, а? Как ты делаешь? Проблем бы не было. Стоп. Так. А как мне отсюда уйти-то? Может, вот так? Нет. А, все, я понял. Хорошо. Это не безвыходное положение, к счастью. Так, не падаем. Да ладно, вот так быстро, да? О, мы нашли летучку. Стой, 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 стой. Вот это я, пожалуй, возьму. Вон что это было. Это мы возьмем. Так, а вот та херня опускается, интересно? Конечно, опускается. И... Но не открывается. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Я тут лучше пойду вернусь в то окошечко, в тот балкон. И заберем с вами яйцо. Так, сразу можно активировать ее. И вот это мы халяву Как не берется? Как не берется? Полный, что ли? Обалдеть. Но мы возьмем. Мы не гордые. О, все, летели. Полетели. Полетели нахрен отсюда. Блин, реально всех убили, а? Так быстро, обалдеть. Ну что ж, друзья, с вами был Ревенант на канале Про Геймер Телевижн. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.